Спасибо Роту за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Золочёные фигуры. Двор императрицы. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах Яматая. Возможно, их просто уничтожили. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. Ух ты! Thank you.
никогда до сюда не доходят! Что? Возвращайся в бункер! Давай, переждем бурю! Давай! И не расслабляться! Давай, зайдем внутрь! Плакаем? Время есть. Можно передохнуть. Нас пошли бы разбирать одно. А зачем она им нужна? Что, радиовышка? Да. Она еще работает? Наверное. Ее охраняют днем и ночью. Отец, мать, если не желает, чтобы она умерла. Что это? Вот ты! Помогите! Разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеет в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Thank you.
пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных. Идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. У меня плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? Что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя.
Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. С мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно не буду известный археолог, доктор Уитмен. Брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну... Мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеются. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии... Где-то в середине 19 века.
Тут Эдо. Монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Этот бункер времен Второй мировой. Кажется, японский. Ледяная. Ты как? Нормально, занимайся делом. А сколько всего их прибыло? Десятка два. С ними женщина. Отец Матер сам привел. Обряда? Наверное, вечером узнаем. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Ну так, чё, мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Чё, шторм на берег вынес, наше. Насчёт новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя чё там решать, то не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. Помощь!
не убежишь! Что за черт? Я полюбуюсь, как ты сдохнешь. Тебе конец. Ты куда? Отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов — два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова?